Вопросы развития молодежного парламентаризма в Чувашии обсудили в Доме правительства. 23 человека от 18 до 35 лет. Так выглядит сегодня молодежная палата Чувашии. Работает она при Государственном совете. Молодые люди формируют кадровый резерв при главе республики. Большинство из них связывает свою будущую работу с органами государственной власти, общественными движениями. И опыт старших товарищей здесь как нельзя кстати. Создание молодежного парламента – один из важнейших шагов в этом направлении, поскольку в результате парламентской деятельности молодые люди получают опыт законотворчества, опыт проектной работы, развиваются их творческие способности, лидерские качества, формируется социально активная личность. Молодежь активно поддерживает инициативы депутатов. В рамках партийного проекта «Народный контроль» совместно с депутатами представители молодежного парламента участвуют в рейдах. Неоднократно принимали участие в партийном проекте «Крепкая семья». Активно сотрудничаем с волонтерским центром города Чебоксары. Заявить о себе, принять участие в интересных проектах, предложить варианты решения важных вопросов. Так видят свои задачи молодые парламентарии. Третий год подряд Госсовет Республики проводит конкурс молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии». Кстати, одна из номинаций – патриотизм. Особенно актуальна в год 75-летия Великой Победы. Это прекрасная возможность привлечь внимание молодых к сохранению исторической памяти о подвиге советского народа.